Всем привет! Продолжаю подделки в своем гараже. Сегодня болгарка на очереди. Нужно сделать приспособу, чтобы ее закрепить на столе. Чтобы можно было подточить какую-то деталь. Не болгарку держать в руках, а саму деталь обточить. Может что-то заточить, наточить, пошлифовать и так далее. Ну, чтобы болгарка была закреплена на столе. Есть три варианта у меня сейчас еще. Значит, первый вариант — закрепить ее вот так, в таком положении. Можно использовать вот эти стойки от дрели, что остались. Вот так вот. Другой вариант есть — закрепить ее вертикально, сделать такую подставку. Это более сложная, более гармоская. И третий вариант, он еще наиболее простой — ее закрепить вот здесь. То есть здесь хомут, струбцина, ее держать вот так вот. Что-то заточить. Вот я думаю, на каком варианте остановиться. Мне, конечно, больше нравится вот такой вариант. То есть тут можно сделать столик, упирать деталь. Ну, маленький такой, площадочка. В этом положении тоже, в принципе, можно все сделать. Становимся, наверное, пока вот на вот этом варианте. Наверное, вот так ее закрепим. Так, приступим. Так вот приварим. Так вот приварили. Так. И сюда стоечку. И сюда стоечку привариваем. Вот получается. Идеальное прилегание. Угол четко 90 градусов. Здесь скобу, чтобы притянуть. Обрезаем. Так.
Достаточно. Хорошо. Уже отлично. Очень надежно, очень прочно. Так, теперь сюда заточной диск. Какой? Такой диск шлифовальный, полировальный. Диск. Так, вот ржавый. Вот так работает вот такая очередная поделка. Да, теперь надо ее покрасить еще. Отправляем на просушку. Ну что, можно собирать. Ну, испытание теперь. Как работает. Вот такой инструмент получился. Приспособление надежное и удобное, и нужное. Всем спасибо за просмотр.